Есть еще одна тема по поводу интерпретации, есть еще один вопрос интерпретации, после этого я задам несколько вопросов. Однако, давайте все-таки еще одну вещь посмотрим. 20 глава, мы с вами переходим к 591 году до Рождества Христова. Мы перешли на 11 месяцев вперед. И опять-таки мы читаем, что слово Господне пришло к Иезекиилю. 20 глава до 44 стиха. Иезекииль пересказывает то, как Бог работал с Израилем, как Бог действовал в Израиле, и особенно то, как Бог действовал в Израиле на протяжении прошлых веков. А при том, что Израиль оказывался прелюбодейным народом. 20 глава, 1 стих. Некоторые мужи и старейшины Израилевых пришли и сели пред лицом моим. Кстати, вспомните, пожалуйста, что в 14 главе, главе было примерно то же самое. То есть там говорится о правителях Израиля, старейшинах Израиля которые продолжают заниматься идолослужением, и они приходят и просят, чтобы Иезекииль э, спросил у Бога о его слове. Что там Бог скажет? И при этом, хотя они приходят перед Иезекиилем, они предпочли бы прийти к идолу. Они пришли с удовольствием к идолу, а не к Иезекиилю. Об этом, собственно, говорилось в 14, 14 главе, и Бог это отлично понимает. Бог понимает их сердце. Кстати, именно поэтому Бог начинает говорить в третьем стихе: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог. Вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа», говорит Господь Бог. Почему это? Потому что вы идолослужители. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий, выскажи им мерзости отцов их». То есть они идолослужители. Это кульминация истории мерзости в Израиле. Мерзость — это и есть идолослужение. И мерзость это была в Израиле с египетских времен. Иезекииль показывает нам в пятом, шестом, седьмом и восьмом стихах, показывает нам нечто такое, о чем раньше напрямую в Ветхом Завете не говорилось. Хм, напрямую это, конечно, не говорилось, но все же, почему Израиль из Египта ушел так быстро, и при этом он так скоро попал, выдал служение и начал строить себе, делать себе золотого тельца. Откуда они вообще придумали золотого тельца? Почему Израилю было так легко нарушить первую и вторую заповеди сразу. Ведь не должно было быть у них богов, кроме Яхвы. Они не должны были делать идола. Я понимаю, что идола сделать несложно, но сама идея-то у них это откуда? В Торе уже можно предположить откуда. Иезекииль говорит об этом напрямую. Иезекииль объясняет, что на протяжении всей истории Израиля в Египте израильтяне были идолопоклонниками. Кстати говоря, если вернуться к книге «Бытие», что было, что присутствовало в семье самого Якова? Помните, как Рахиль скрывала своих домашних башков, по сути, домашних идолов. Об этом в 35 главе книги Бытие, когда Яков или Израиль вынужден заставить свою семью покинуть, бросить этих идолов. То есть Израиль с самого начала, прямо со времен Иакова точно, со времен дома Иакова. Израиль всегда, как говорит Иезекииль, всегда имел проблему идолослужения, идолопоклонства. И uh, вот этот исторический обзор из начинается с Египта. Пятый стих. И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля и подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева и открыл себя им в земле египетской и подняв руку сказал им, ⁇ Я Господь Бог ваш ⁇ В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, а, красу всех земель, и сказал им, отвернить. «Отвергни каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш, но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, и, я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской». То есть уже в Египте они были идолопоклонниками – я решил их судить. Но что произошло бы, если бы Бог тогда же уничтожил семя Израиля, если бы семя Израиля было уничтожено в Египте? Как бы это отразилось на завете с Авраамом? Как бы это отразилось на обещаниях, данных некогда Аврааму? И вот интересные вещи говорит Иезекииль. То есть даже когда Израиль был в Египте, Бог был в полном праве осудить Израиль, излить на Израиль свой гнев по причине идолопоклонства в Израиле. Но он так не сделал. Почему? 9 стих. «Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. Я вы привел их из земли египетской и привел их в пустыню. И вы отлично помните, что дальше уже в пустыне, об этом, кстати, будет говориться, о первом поколении жителей пустыни с 11 по 17 стих, дальше с 18 стиха о втором поколении, с 27 стиха о завоевании земли обетованной, 27 и следующие стихи. И вот он доходит до uh, своих дней, он рассказывает, рассказывает эту историю, и выясняется, что Израиль на протяжении всего этого времени остается идолослужителем и идет против Бога. То есть Израиль не уничтожил их в прошлом, он не уничтожил их в пустыне, он не уничтожил их до этого в Египте, он не уничтожил их в земле обетованной. Что говорит Иезекииль? Что Бог все это сделал не потому, что Израиль был верным, потому что не был он верным, Бог сделал это по причине того, что он не хотел осквернять свое имя. Бог не хотел осквернять свое имя, Бог проявил верность завету, заключенному с Израилем в прошлом. И так было в прошлом, так будет и в будущем. То есть, до сегодня. До дня Иезекииля они оставались идолослужителями. Однако с 32 стиха мы читаем о том, что все это изменится, и они в конце концов усвоят слова Иезекииля. И Бог выведет их, 35 стих, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. «Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами», — говорит Господь Бог. Это второй исход. По крайней мере, подразумевается. И проведу вас под жезлом, введу вас у, в узы Завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне из земли пребывания их, их выведу их, но в землю Израилеву не войдут. То есть он говорит о том, что будет нечто подобное второму исходу, Бог выведет Израиля из среды других народов, как мы читали уже у Исаия 11 глава. Но в данном случае Бог очистит, Бог уберет всех непокорных, Бог уберет всех мятежников. 38 стих Выделю из них всех непокорных мне. И те, кто останутся, войдут в землю. И, наконец, в конце концов, это будет израильская нация, праведная и верная Господу. Действительно избранный народ и освященный народ. И 39 стих. «А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там Будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько не есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. То есть от Изра... Израиль очистится от всех идолослужителей, и Бог как бы говорит: слушайте, идите и служите своим идолом. Но придет день, когда Израиль без всякого следа этого служения, будет поклоняться Господу. И вот те дары, которые принесут израильтяне, принесут они не потому, что так положено, а потому что сердце искренне велит это сделать. И Бог такие дары, конечно, примет. И Бог откроет свою святость этим людям, и среди этих людей, и через этих людей. И 42 стих. «И узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли из себя. И возгнушаетесь самими собою за все злодеяния, деяния ваши, какие вы делали, и узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. То есть они устыдятся. Они устыдятся того, что когда-то они уходили от Бога, потому что здесь в их сердце появится покаяние. И вот эти раскаявшиеся люди в будущем придут к Богу, и они увидят, что совершил Господь. И они по-настоящему узнают, что вот это и есть Яхва, это и есть их Бог. И сотворил Он все это, совершил Он это ради себя, ради имени Своего, а не по причине их праведных поступков. Вот э, такой короткий взгляд на идолослужение в истории Израиля, на мятеж в истории Израиля. Интересно, что этот раздел подходит к концу в 23 главе. И завершается он разговором о двух прелюбодейках, о Самарии и о Иерусалиме. Иезекииль скажет о том, как Бог уже разобрался с Северным царством через сирийцев. А сейчас он разбирается также и с Иерусалимом, с Второй Сестрой. И занимается он этим, делает он это через а, жителей Вавилона. Почему Бог так поступает? Почему Бог так разбирается с этими двумя сестрами? Там очень натуралистичная вот такая иллюстрация а, неверности, а, греховности, причем физического греха. Там очень графическая картинка у Эзекииля, Иезекииль буквально показывает, каким образом грех прелюбодеяния становится характерной чертой Израиля в его духовном прелюбодеянии, которое есть и в Северном царстве, и в Южном царстве. И Северное царство уже осуждено, Южное царство будет осуждено, будет призвано к ответу именно за этот самый грех. Но пока этого не произошло, это будет, это вот-вот произойдет, но Бог показывает, что будет суд. 20 глава, конец 20 главы, 21 глава, Бог готовит путь, готовит путь для Вавилона, чтобы вавилонская армия пришла в Иерусалим. Бог перечисляет грехи Иерусалима, за которые наказание следует в 22 главе, то есть о наказании 22, 22 глава, и дальше... 23 глава, еще раз, весьма графическая такая иллюстрация, конкретная иллюстрация вот этой картинки, этого образа сестер-прелюбодеек. И Бог разбирается с ними, поскольку они проявили неверность Завету, об этом 23 глава, поскольку они проявили духовную, не, духовное идолослужение, поскольку у них немало грехов. И Бог через Вавилон будет судить Израиль. И, собственно, и Закиль и видит, как происходит этот самый суд, как Бог совершает свой суд. Вот это кусочек 20 и 21 главы. Так что вот именно поэтому они попадают в ссылку, в плен. Почему? Потому что Бог говорит через языке, а вы все до сих пор идолослужители. Идолослужение практиковалось в Иерусалиме. Ну и в конце концов Иерусалим будет страдать за это идолослужение. Последствия придут на Иерусалим. Это 23 глава. Собственно, вот такой, такую весть и несет Езекииль пленным, изданным иудеям в 591 году до Рождества Христова. Буквально до того, на пороге того, как Навуходоносор придет со своей армией в исполнении слова из Понравилась лекция? Вдохновились услышанным. Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com. И э, интересно, что Речь идет также о втором поколении, об этом в 20 главе. Говорится здесь о мятеже Израиля. 18 стих. Мы читаем о детях первого поколения, вышедших из, вышедшего из Египта. «И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я, Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их, и святите субботы мои, чтобы они были знаменитыми» между мной и вами дабы вы знали, что я Господь Бог ваш, но и сыновья возмутились против меня». Кстати, это ссылка на, отсылка на Иисуса Новина, 23-24 главы, где мы читаем о втором поколении после выхода из Египта. С одной стороны, вроде бы было какое-то внешнее послушание, но внутренне они были не более верными, чем неверное первое поколение. Именно поэтому в 24 главе книги Иисуса Новина Иисус Новин говорит о том, чтобы израильтяне Отставили своих идолов, отложились от идолов, чтобы они служили Господу. И только Господу, и никому больше. Но дети против меня а, восставали, мы читаем, не, не поступали по уставам моих, моим. И 22 стих. «Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я выявил их». Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям». Об этом мы читали, кстати, во Второзаконии, 28 глава в книге Леви... Левит, 26 глава. «Хорошо, хотите быть идолослужителями? Будьте, но только я вас развею по всему миру, я вас рассею по всем землям, потому что вы оскверняете мои субботы, потому что вы смотрите на идолов ваших отцов» читаем мы, «глаза их обращались к идолам отцов их». То есть снова поднимается идолослужение в Израиле в третьем поколении, ровно так же, каким оно было в первом поколении. И мы это с вами уже видели в начале книги Судей. Судей вторая глава. Но дальше он говорит, «И попустил им, то есть второму поколению, учреждение, недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их дабы знали что я господь вот эта терминология которую мы сейчас здесь видим я попустил я дал им учреждения которые были недобрыми я дал им то чем они не могли эм, прожить не могли выжить что значит я дал что означают эти слова? И, кстати говоря, это о чем? О законе Моисея или о том, что было сказано после Золотого Тельца? Но смотрите, закон Моисея был дан ведь первому поколению. В как вы помните, это было воспроизведение, повторение тех заповедей, по крайней мере, с 5 по 28 главы. Это то, что было уже дано первому поколению при Игоре Синай. Некоторые, правда, считают, что сыновья, о которых говорится здесь, это второе поколение пленников в Вавилоне. То есть это люди, которые родились уже в Вавилоне, и, соответственно, им даны теперь указания о том, как жить среди язычников. Ну, если это так, то тогда непонятно, что за первое поколение. Я бы скорее склонился вот к какому пониманию. Бог позволил иудеям неправильно понять и не слушаться закона. То есть мы с вами знаем Ветхий Завет, мы знаем то, что заповедал Бог своему народу. Второзаконие 5 глава, Второзаконие 12 глава. Но эти заповеди, эти установления — Хорошие, добрые, как же тогда можно их называть плохими, учреждениями недобрыми? А смотрите, в книге Второзакония мы узнаем о том, что есть заповеди, есть повеление, по которым нужно жить, но необходимо также обрезать свое сердце. Нужно, чтобы сердце человека изменилось. И вот тогда вы будете послушны Господу. Об этом второзаконие 10 глава. Без перемены в сердце. Чем становятся все эти установления? Чем становятся все эти законы? Они не могут вести к праведности. Они ведут только к суду, к осуждению. Вот в этом смысле учреждение недоброе. И израильтяне, конечно, не слушались закона, это понятно. Но сам закон, поскольку не было внутреннего преображения в израильтянам, тот добрый закон становится для людей недобрым. То, что должно вести их жизни, начинает вести их к смерти. Они не могли выжить, потому что у них не было внутренней перемены сердца. Блок говорит, однако, что это лишь риторическое заявление, никак не связанное с историей. Я с этим не согласен, потому что тут вся глава связана с историей, если ее читать внимательно. То есть мы читаем о том, что было в Египте, о том, что было в первом поколении в пустыне, во втором поколении в пустыне, и так далее. Как же можно сказать, что вот эта часть, есть риторический вопрос, никак не связанный с историей? Тут все в языке или связано с историей. Так что ответ, скорее, нужно искать именно вот в этой сфере, которая обрисована пунктом С в нашем плане. Об этом подробнее в книгах Файнберга и Купера. И, кстати говоря, это также связано с тем, что говорится в послании к римлянам, 7 глава. Закон добр. Проблема израильтян не в том, что Бог дал какие-то неправильные заповеди, а в том, что закон невозможно исполнить без изменившегося сердца. Закон был добр и благ, но грех использовал возможность для того, чтобы сделать закон из инструмента э, жизни, превратить его в инструмент смерти. Вот к такому пониманию я и склоняюсь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.